День Победы. Специальный эфир. Вы смотрите «Бобруйск-360». Я Мария Бересневич. Мы начинаем. Наследники Победы. Бобруйск присоединился к республиканской акции «Беларусь помнит». Наш прадедушка Блинов Владимир Николаевич участвовал в взятии Кенигсберга, получил медаль. Как это было? Со слезами на глазах ветераны Великой Отечественной принимают поздравления. Дай Бог всем здоровья, мира, счастья. Какова цена мирной жизни? Дорогами памяти в городе прошел патриотический автопробег. Наш народ непобедим, единый, и мы любим нашу страну. Кто стал символом мира? А также масштабный парад, майский забег и военная баллада. Жители приглашают посетить кинотеатр под открытым небом, что в афише. Беларусь отдает дань уважения всем, кто подарил человечеству мирное будущее и надежду, что самая жестокая война окажется последней. Правда, победы и энергия созидания помогают нам быть сильнее, обеспечивают надежную защиту и процветание родной земли. На этом президент акцентировал в своем поздравлении. Александр Лукашенко посетил парад в Москве, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной. На Красную площадь также прибыли президенты Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и премьер-министр Армении. В торжестве приняли участие порядка 10 тысяч военнослужащих и 125 единиц техники. В память о павших в годы войны минута молчания. После лидеры стран СНГ возложили венки к могиле неизвестного солдата в Александровском саду у стен Кремля. 78-я победная весна. 9 мая был, есть и будет самым настоящим, честным и памятным праздником. Ежегодно тысячи бобруйчан приходят к мемориалам героев, чтобы поклониться, выразить признательность, благодарность и гордость. Главной нитью в политике белорусского государства прописана истина. Никто не забыт и ничто не забыто. Ранним утром на пересечении Минской и проспекта Георгиевского в колонну выстроились все те, кому не безразлична история родной страны. К шествию присоединилась и наша съемочная группа. Колокольный звон Великой Победы. Первым делом в часовне иконы Божией Матери всех скорбящих радость руководство города епископ Бобруйский Быховский Серафим ставит свечу перед одноименным ликом Богородицы, чтобы почтить память героев. Дальше к администрации присоединяются трудовые коллективы, молодежь и тысячи неравнодушных. Возлагают алые гвоздики у подножия мемориала в честь воинов, которые отдали жизнь при освобождении Бобруйска от немецко-фашистских захватчиков в июне 44-го. Здесь увековечены имена 938 погибших солдат. После построения торжественное шествие. Многотысячная колонна двигается по Минской в сопровождении военного оркестра. В руках участников республиканской патриотической акции «Беларусь помнит» портреты дедов и прадедов, которые самоотверженно держали удар. Май 2023-го встречают так же весело и масштабно, как и май 45-го. В сердце каждого бесконечная благодарность и гордость. Кругом флаги, государственная символика, а главное – радость. Наш прадедушка Блинов Владимир Николаевич участвовал в взятии Кенигсберга, получил медаль за отвагу. Мы гордимся и помним. За то, что дед-прадедушка был коммунистом, мою прабабушку вместе с тремя грудничками забирали, чтобы сожечь их в тылу. Это радость, одновременно также грусть, потому что благодаря нашим военным мы победили. Спустя полчаса колонна прибывает на площадь Победы. Здесь митинг-реквием, возложение и минута молчания. Дальше демонстрация военного построения. Слаженность и синхронность впечатляют. Герой
Герои этого дня – ветераны. Их истории – истина, которую необходимо бережно хранить, защищать и передавать из поколения в поколение. Память о подвиге сквозь время выступает великой объединяющей силой, служит жизненным ориентиром для нас, не знавших ужасов войны и тягот послевоенного восстановления. Нелегко нам, дорогой ценой, досталась эта победа. Дать памяти героям, которые отдали свою жизнь за эту победу. Память живет и всегда будет жить в сердцах наших и наших будущих поколений. В этот день горожане отдают дань уважения всем, кто положил свои жизни на алтарь победы, сокрушил фашистское зло. Мы помним каждого, кто погиб в той войне, кто громил врага на фронте, вел с ним борьбу в рядах партизан и подпольщиков, кто обеспечивал надежный тыл и самоотверженно трудился. Дорогие бобручане, поздравляю вас с великим праздником, светлым праздником, с Днем Победы. Мы благодарим ветеранов за тот подвиг, который они проявили. После официальной части за солдатской кашей и горячим чаем выстраивается очередь, бронированная гусеничная машина, знаменитая оса и пульт управления ПУ-12. Рядом с полевым фудкортом работает выставка боевой техники. Это праздник для всей семьи, для всей страны. А для вас День Победы что значит? Ну, очень многое, конечно. Потому что воевали деды за родину. Всегда, когда даже музыку слышишь, сердце замирает. День Победы для нас большой праздник, конечно. Мы всегда помним, чтим. Дедушка воевал, прадедушка воевал, к сожалению, не вернулись, погибли. Поздравляем всех бобруйчан с великим праздником, с Днем Победы. Желаем всего самого хорошего, в первую очередь мира над головой, счастья, благополучия и всех-всех-всех благ. Здесь же целый день работают ярмарка мастеров, палатки с едой и тематические площадки. Горожане с удовольствием подпевают «Катюша», танцуют под вальс Победы и с восхищением наблюдают за актерской игрой областного театра драмы и комедии. В репертуаре Василий Теркин. Уже вечером горожан объединяет зрелищный флешмоб от профсоюзов, трудовых коллективов, пионеров, БРСМ и Белой Руси. Ольга Васенда, Павел Зуев, Бобруйск, 360. У войны не женское лицо. Ветераны Великой Отечественной принимают поздравления. Для тех, кто не попал на общий праздник, организовали персональный мини-парад. Партизанку Надежду Хрущинскую мэр города посетил лично. О слезах радости Елизавета Липеева. Великий май. 78-е победное утро Надежды Хрущинской начинается с подарка, который никого не оставляет равнодушным. Под окнами квартиры специально для нее выступает оркестр. Ветеран не сдерживает эмоций. Тогда в 45-м люди также плакали от счастья. За возможность жить, за мирное небо, за подвиг. Надежда Хрущинская вместе с родными радушно принимает гостей, делится воспоминаниями и не перестает говорить о самом важном – необходимости ценить и оберегать мир. В День Победы живую свидетельницу войны чествует целая делегация во главе с мэром. Для хозяйки подарки, цветы и искренние пожелания крепкого здоровья. Спасибо вам огромное. Подарочек для вас. Спасибо. Спасибо. Высокая цена жизни. Беззаботное детство юной Нади оборвалось в 14. Девочке пришлось резко повзрослеть и пройти тернистый и страшный путь войны. Она, несмотря на возраст, трудилась на благо отчизны, доставляла ценные сведения партизанам, но стала жертвой предательства. Девушку арестовали вместе с мамой и маленькой сестрой. В тюрьме, а затем и лагере, они на себе испытали голод и холод, но, вопреки всему, выстояли. Спасибо вам, что не забывали. Знаете, что нам настроение, как говорят, силы даете на целый год. Каждый год вот так вот, это прекрасно. Чтоб держали этот мир, не сдавались молодежь, чтоб направлялись силы ваши на хорошие все дела. Дай Бог всем здоровья, мира, счастья. В стране проживает 1500 ветеранов и около 8500 человек, которые пострадали от фашистских захватчиков. В основном это бывшие узники концлагерей. В Бобруйске осталось всего 32 свидетеля войны. День Победы – это тот праздник, который идет от сердца любого человека. Потому что благодаря
ветеранов Великой Отечественной войны мы сегодня имеем мирное небо, можем спокойно развиваться, строить свою жизнь. Поэтому поздравление ветеранов – это основное, что мы делаем сегодня. Война унесла каждого третьего белоруса. 3 миллиона загубленных жизней и разрушенных судеб. Вот такая она – цена победы. Но Беларусь помнит. Мы последнее поколение, которое может увидеть, услышать ветеранов, пожать им руку и сказать спасибо. Елизавета Липеева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Спортивный азарт. Горожане приняли участие в традиционном забеге на призы информационного агентства «Бобруйск Медиа». Первенство посвящено 78-летию Победы Великой Отечественной. Маршрут «Стадион Спартак», «Интернациональная», «Социалистическая», «Минская», «Пушкина», «Пролетарская», «Октябрьская». Общая протяженность свыше 3,5 километров. Эстафета собрала 71 команду, а это 710 человек. Представители предприятий, учащиеся колледжи, школьники и воспитанники подростковых клубов. Среди мужчин чемпионами стали представители МЧС. Среди женщин – Центр доп. Образования «Росквит». Сегодня День Победы, и поэтому, естественно, было очень хорошее настроение. Я шел сюда с праздником, с настроением. Мы собрались с ребятами, 10 мальчиков, 10 девочек. И я был очень рад, что я попал в эту команду и смог отстоять честь и достоинство своей организации. Я очень сильно волновалась, вот, но я дождалась своих девочек, все. Плюс поддержка, конечно, большая. Очень сложно, очень болят ноги, в ушах звенит, но оно того стоило. Готовились, волновались. Но знаете, вот как только тебе передают эту палочку, сразу же все волнение уходит, и ты понимаешь, что нужно только бежать, бежать и бежать. В лидерах также Белшина, 31-я и 27-я школы, автотранспортные и торгово-экономические колледжи. Лучшим – кубки, дипломы, беспроводные наушники и не только. Километры памяти. После в Бобруйске стартовал автопробег. Точка отправления – улица Опермана, прибытие – деревня Сычково. Участники запустили в небо белых голубей, как символ мира и добра. Затем возложили цветы к мемориальному комплексу «Курган славы». «Спасибо деду за победу», – сказала Татьяна Горбач. На территории Бобруйск-арены раздаются сигналы машин. Из колонок звучит музыка военных лет. Горожане готовятся к патриотическому автопробегу с говорящим названием «Спасибо деду за победу». Акция проходит 10-й раз подряд. С каждым годом участников все больше. Сегодня в колонне около 300 авто, а это более 1200 человек. В этот день я считаю, что нужно каждым бобруйчанам, жителям нашей страны собираться, приводить своих детей, деткам рассказывать историю нашей Родины, нашей Великой Победы. Участие в автопробеге – это не просто так. Это воспоминание о том, что наши деды воевали. И не было бы их, не было бы нас. Я считаю, что каждый человек, который живет в Беларуси, России и еще во всех странах, они должны помнить этот праздник. День Победы для меня – это память, в первую очередь. Я пришел не один, а пришел со своим любимым дедушкой. Мой дедушка воевал, прошел всю войну, 2 раза в танке горел. Говорил, что последнее ранение получил он в Калининграде. Чуть-чуть не хватило ему брать Берлин. Государственные флаги гордо реют на машинах и в руках участников патриотического автопробега. Символ того, что мы – единый народ, который вправе гордиться своей суверенной страной. Каждое авто оформлено в своем неповторимом стиле. У одних на стеклах портреты дедов и прадедов, у других на капоте маскировочная сеть, а некоторые железные кони и вовсе напоминают военную технику. Долго думали, смотрели картинки, все по картинкам, в интернете искали, танк Т-34 – смотрели, как пулемет Дегтярева. Я не первый год участвую. В честь наших дедов, прадедов, которые воевали. Это все сделали для 9 мая. Всю эту машину мы ее успели перекрасить, подготовить. Мы ставили самодельный флагшток для того, чтобы повесить туда флаг. 14:00. Колонна начинает движение. Первая остановка у Георгиевского храма. В небо взмывают белоснежные голуби, символ мира и созидания. Далее победный заезд следует по Минской. Пункт назначения – курган славы в деревне Сычково. 15-километровый путь автомобилисты проделывают за 30 минут. День Победы – это великий наш праздник, который мы отмечаем всей семьей, всей страной. Мы доказываем это, что наш народ непобедим, единый, и мы любим нашу страну. Ну, это праздник на века. Это память наша, чтобы мы помнили
благодаря чему мы живем, благодаря чему имеем мирное небо над головой. К подножью мемориала в честь советских воинов и партизан ложатся красные цветы, символ пролитой крови. Люди склоняют головы и вспоминают тех, кто ценой жизни подарил нам мир. Минута молчания, обжигающая тишина, в которой сплетаются воедино радость Великой Победы и боль невосполнимых потерь. Белорусы знают о войне не только по книгам и фильмам, но прежде всего из семейных рассказов. Мой дед Андрей Нелин участвовал в боях под Бобруйском, прошел ад в немецком концлагере, бежал и чудом остался жив. Похожие истории во многих семьях. Нам есть кем гордиться. Вблизи кургана славы участники автопробега растягивают государственный флаг. Символ суверенитета и независимости Беларуси. Свободы, которая была завоевана ценой миллионов жизней, сотнями разрушенных городов, сожженных деревень и утраченных культурных ценностей. Но наш народ выстоял, выжил и победил. Татьяна Горбач, Максим Галионко, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. На этом празднование не заканчивается. Бобруйчан и гостей города ждет кинотеатр под открытым небом. Сеанс начнется в 10 вечера прямо на площади Победы. Российская лента 1941 «Крылья над Берлином. История подвиги именно торпедного авиационного полка ВВС Балтийского флота». Им предстоит сложнейшая боевая задача – нанести первые бомбовые удары по столице Германии. Работая на пределе сил и возможностей, летчики совершают невозможное. Завершится показ ровно в полночь. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!